Всем привет, меня зовут Кирилл. Сегодня мы с вами захайполим меч Эко, который мы сделали в прошлом видео. Так, сначала я хочу то, что у меня лоупольно, выставить в центр приблизительно, вот хотя бы вот так. Потом задублировать все это и создать новую коллекцию, которую мы назовем хайполи, в которой мы будем сегодня работать. Вот, резерв мы скроем, оставим только хайполи. И, так сказать, давайте попробуем это все захайполить. Начнем вот с этого места. Это кусок у нас... Что это у нас? Кристалл, меч. Тут все просто, у него все грани просто подразделены. Для того, чтобы подразделить, мы можем просто использовать модификатор Bevel на всех гранях. И здесь в профиле shape единичку вставляем, Ctrl 2 сглаживаем. У нас тут какая-то беда. Так, 0.05 shape smooth, надо не забыть. Но это из-за угла, естественно. Вот нам просто нужно, чтобы каждый угол был подразделен. Можно это сделать еще с помощью просто Bevel. Мы все берем и Ctrl-B с одним сечением добавляем. Ну, вот так. И Shape. Вот это тот же самый результат получаем. Так, это у нас Blade High. Заранее мы называем, выставляем название. Так, мне звонят. Звонил мегафон, я не взял трубку. Не беру трубку от мегафона. Так, давайте покажем все. Какой участок я хочу захайполить? Давайте вот эти цилиндры захайполим. Так, здесь можно... Что у нас здесь? Mirror. Давайте наложим Bevel. Mirror применим. Но это потом уже, когда UV будет, наверное. Я хочу, чтобы все были уникальные детальки. Так, профиль. Shape. На единичку. Ctrl 2. Shade Smooth. Получаем вот такой результат. Но мы можем здесь немножко поиграться. В лоу-поле тоже надо будет не забыть про вот эту деталь. Давайте сделаем следующим образом. Мы это сделаем Inner Extrude или Insert. Потом... Только давайте без вот этого. Вот так. И поднимем с помощью Extrude EZ. И чуть-чуть отскейлим вовнутрь. Получим вот такой вот элемент. Можно его чуть поскейлить. Так. И здесь тоже самое можно сделать. Insert. Extrude наверх по Z. И scale внутрь немножко. Ctrl 2. Ой, мы не сделали bevel. Так. Профиль. Так, Shade Smooth, Ctrl 2. Мы получаем такой вот результат. А на лоу-поле мы сделаем здесь сплошную крышку, и вот это у нас будет нормалка. Так, это у нас что будет? Я не знаю, как это называется, элемент. Давайте назовем Power Cell 01. Хай. А это 0.2 хай. Вообще было бы проще назвать там A1, B1, C1, там типа вот так, без всяких вот этих придумываний названий. Ну ладно. Так, следующее.
Так, там на какой-то еще один цилиндр внутри. Ты кто вообще? Наверное, это лишнее что-то. А, там внутри два цилиндра. Давайте мы его просто удалим. Он нам не нужен. Так, переходим к этой детальке. Удалим здесь Dissolve Edge, сделаем. Так, что еще у нас? Здесь модификатор. Bevel 0.05. Давай сегменты. Профиль 1. Shade Smooth. Ctrl 2. Точно Shade Smooth? Да. Так, здесь модификатор Bevel. Два сегмента. 0.05. Профиль Shape такой, Ctrl 2. Здесь идут подтяжки. Подтяжки, симподтяжки. Ноль. Но он тогда не сглаживает эти места. Мы можем применить. Давайте попробуем применить Bevel. Вот эти места почистить. Ничего себе, он сетку тут построил. Вот он вам автоматический Bevel. Смотрите, что делает. Так, подождите, я посмотрю на референс. Он тут не угловатый случайно. А вот здесь, кстати, угол должен быть. И вот тут угол должен быть. Тогда я вру. Вру, как никогда не врал. Хотя нет, подождите, вот тут не должно быть угла. Вот тут угол есть. И вот здесь угол есть. Тут вообще не важно. Потому что оно утопает в цилиндре. Тогда мы просто вот от этого избавляемся местечко. И с этой стороны тоже. Странное, конечно, место. Тут почему вообще-то? Сетка. Ну, нам хайпольку нужно только для того, чтобы снять фактуру. Здесь у нас уголок есть, тут уголок есть, тут есть. С этой стороны Shade Smooth наложен. Конечно, с большим количеством сетки я не согласен, как она здесь проложена. Вообще ни к чему вот это все вот это дело. Вот это тоже. Вот это тоже непонятно зачем. Думаю, для поддержки вот этого места. Странно. А если так сделать, то тоже ничего хорошего. Слишком большое напряжение в этом месте. Надо избавиться от этого. Ой, блин, я забыл еще про низ. Ё-моё. Объединили точки.
Сморджили. Или так не делать. Просто тут эта логика Бевела странная, непонятная. То есть надо разбираться, почему он так собирает такой пучок. То есть тут одна линия, а здесь три. Понятно. Сложно, непонятно. Так, и это место тоже давайте почикаем. By distance. Мышку пора менять. Ребята, пишите мне в комментариях. Поменяй, Кирилл, мышку. Поменяй, Кирилл, мышку. Иначе это плохо кончится. А может, я что-то ошибаюсь? Может, нужно здесь не так собирать в пучок, а... Так, вот здесь G. Может, все было правильно собрано, а я тут сейчас все поломал. Ну, так же должно быть, наверное. Мне не нравится такая сетка. Хотя, ну, это же хайполька. Жух. Очень утомляет вот это действие, однотипное, однотонное, сюда, сюда, ты-ты-ты-ты-ты, сюда, двигаем вертексы вместе мы смело, да, да. Так, давайте скроем отображение Mirror, посмотрим снизу и выдвинем. Так, так. Собирай вертексы вместе. Так, здесь окей, но здесь вообще не важно. Мы это не увидим место никогда. Как это место называется у нас? Что это за кусок? Вверх включим вот так. И здесь, видите, нестыковочка идет. А если мы это раздвинем по Z? Некрасиво получается. Что у нас по профилю? Единичка. Обязательно напишите Кирилл, купи мышку. Как нам здесь пристыковать этот кусок?
как он здесь вообще приступован на референсе. Как цельная штука. Естественным образом. Попробуем. Давайте объединим. Отключим все вот эти отображения. У этого тоже. Отлично. Время объединить, когда ты наложил сетку. Просто гениально. Так. GX, GY, точнее, subdivide, GY, J, J, subdivide, GX, J, Y, G, X, J. Subdivide, GY, J. А, здесь не нужно. Вот так нужно. С этой стороны нет сечения. И вот здесь прокидываем сюда. Так, скроем, что вот это. Еще нет сетки вот здесь. Вот с этой стороны сандивай. GX. GX. И куда мы здесь пустим? Вот. Сюда, что ли? Во-первых, нету вот у нее. Так. Не сюда. Правильно показывает. Вот сюда. И это сюда. Тут лишних точек наплодилось. By distance. Это у нас соединяется с этой. G. Так, это у нас поддержка получается, вот как она, как вот эта штука. Значит, нам, а может нам ее пустить вот сюда? Дизолвим. Так. Что-то тут лишнее. Какие-нибудь перфекционисты небось найдутся, которые скажут, где я тут накосячил. Если я здесь пущу поддержку, то тут появится вот такой артефактик, да?
Здесь клад, клад, здесь треугольник. Да, здесь треугольник. Видимо, вот сюда нужен G. Вот это внизу. Здесь получается клад. Ну да, клад. Только длинный такой. И здесь клад. Так, а этот уголок нужно здесь соединять или не нужно? Давайте проверим. Мне кажется, здесь не хватает поддержки еще. Вот. Такой. Тут непонятно, откуда ведущий. Давайте пока подразделим вот это место. Собдеваем. GG. И куда прокинем? Вот сюда. А здесь у нас получается пятиугольник. Еще раз смотрим. Так, эта поддержка идет. В принципе, здесь ее можно зарулить вот сюда. Вот это не нужно. Поддержка тоже не нужна. Так. GG. А если здесь прокинуть? Не за что цеплять, да? Так, в итоге я разделил на две части этот кусок, собрал, накинул mirror и собрал более-менее тут адекватную сетку, более-менее. Время не ждет, поэтому оставим ее в покое, шейдит и шейдит. Назовем как-нибудь это... Blade Part 1, допустим. Хай. Так, дальше. Можно вот эти штучки сделать. Они, наверное, должны быть просто... просто забывлены. Давайте просто применим это самое Solidify, посмотрим, Face Orientation. Теперь накинем сюда Bevel, два сегмента, профиль, так, Ctrl 2, 0.05, 0.05, Sheet Smooth,
Все. Вроде бы все. Какие-то разные цилиндры там. Ой, я помню, что я здесь. Ну-ка, покажись. Нет, здесь все хорошо. Только вот этот внутренний надо немножко поднять, наверное. Вот этот. GZ. Чтобы топить. И у второго то же самое. Так. Ну, с вами не знаю, все окей. Ты. Давайте то же самое. Модификатор. Bevel. Два сегмента. 0.05. Файл. Так. Ну, попробуем здесь что-нибудь вырезать. Типа. Или вырезать. I. B. B. Нет. Как там boundary B? Что ты не хочешь boundary? Я хочу boundary. То есть I. Потом что у нас? Вот наверху boundary B, individual I, outset, что такое? Хрена себе. Dev cut, control to tweak. Вау! Новые возможности. Небось такой уже был, я только что открыл для себя. 0M outset boundary B. Ну, давайте здесь да вручную, что ли. Так. Divide. G, G, A, M by distance. Возьмем это, струднем вниз. Охренели, конечно. А, вот поэтому boundary не проходит, да? Потому что там внутри есть этот face. Студию вниз. Возьмем Edge, GG. Возьмем Edge, GG. Ctrl 2. Нет, не хочешь так? А под каким углом хочешь? Вот так. Без угла. Это у нас будет на нормалке. Можно было бы и здесь по кругу так сделать. Такую какую-нибудь штуку. Inner insert. Ntx faces along normal. И внутрь. GG. GG. Да. Так, остановимся лучше. Либо сделаем здесь вот такую штуку тоже. GG. GG. Ctrl 2. Поехали. Дальше. Ну, это здесь попроще будет все. Bevel. Два сегмента. Profile Shape. Shade Smooth. Ctrl 2. And 0.05. А, мне как... Что-то мы не обозвали, по-моему. Вот это, да? Blade Part. 0.2. Height. Ты blade part 0.3 high
Тебя обозвали? Обозвали. Тебя обозвали, да. Ты Blade Part 4. А дальше уже на хендл пойдет. Давайте батареечку сделаем. И вот эти штукенцы. Что, батарейки? Ничего особенного. Просто на нее накинем. Bevel. Ctrl 2. Сегмент 2. Shade Smooth. Если профайл, так. Я думаю, не нужно ее прям так сглаживать. Точнее, вот эти уголки показывать. Пусть у нее будет прям такой покатистый. Все. Так, эти надо превратить в меши. Меш. Shade Smooth. Ctrl 2. Здесь модификатор Bevel 2005, профиль shape такой, так, shape smooth, можно здесь сделать углубление I, правда его никто не увидит, но мы-то будем знать, что он там есть. Оно. Это как у Фрэкенбок в Карлсоне. Зачем? Ты как наряжаешься? Мне, говорит, даже стельки нужны, чтобы у меня были чистые на обуви. Но зачем? Игры никто не увидит. Но я-то буду знать, что они не очень. Вот и тут. Вы же будете знать, что у вас там стельки не очень. Так, это все батареи, часть батареи. Да? Давайте назовем это Battery Part 01 High. Тебя 02 High. Тебя 03 High. Так. Это у нас тут handle. А, вот тут у нас еще такая штучка есть. Ну, это переходник. Вообще, стоит ли его делать таким? Тут без разницы. Давайте просто кинем bevel и... 0.5. Профиль. Так. 2. Ctrl 2. Shade Smooth. Вот у нас там типа переходник. Здесь стоило бы сделать, наверное, какой-нибудь элемент на этой штуке. Insert, делаем extrude, scale и вот это Ctrl-B. GZZ, нет, или какая-то G, GY, GX. Утапливаем туда. Можно здесь сделать скругление побольше. Сразу здесь этот... звездочка на жопке палится. Может, кто-то не надо таким? Мне не нужен хард. Звездочка палец здесь. Да. Не хотел я это делать. Не скругленно. Может, тогда здесь тоже какой-нибудь элемент сделать? Типа вот этот экструд, там, сделаем.
Тем более можно это делать до бесконечности. Ну, так глубоко, наверное, нехорошо. Покрасим в какой-нибудь металл кусок, а это в другой цвет, или на, ну, в общем, разберемся. Так, handle, он в Африке handle. Handle high. Смотрим повнимательнее на handle. Давайте сразу накинем shade smooth. Smooth 60. Modifier bevel. Так. Километр. Нет, профиль. Да. Ctrl 2. А как в оригинале? Тут пожестче, наверное, переход на 0.5. Ну-ка попробуем еще поиграться. Вот, 0.60. 30. 1. Окей. Оставим так пока. Вот эта деталь. Смус, автосмус, 45. Так, накидываем здесь белый. Так, Ctrl 2. Сколько я там сделал? 45.5. Здесь не до конца влезает эта штука, поэтому ее удлиняем. Еще раз смотрим на этот элемент. Ну, вроде окей. Это handle part 1, пусть будет. Надо тоже, во-первых, проводить их в меш, потом Ctrl 2, Shade Smooth, и обзовем их Handle Part 02. Хай. Так, там у нас есть скрытый торус, который надо удалить уже, наверное. Ты, Ctrl 2, Shade Smooth. Обзываем его Part 03. И это Handle Part 04. У него должны быть такие же, как у того параметра.
Bevel. Subdiv. Bevel. 2. 0.05. Profile tag. Ctrl 2. Shade smooth. А там еще шею есть. 0.1. Только там почему-то более жесткий. Наверное, из-за того, что это есть это insert. Да. Insert, extrude вниз. Чуть-чуть scale. Так, мне звонят. Так, продолжаем. А как там выглядит эта штука? Это место. Ну так же. Окей. Тебя превращаем в меш. Я помню, что когда-то в древние времена, когда я еще под стол пешком ходил, мне говорили, что провода обычно не хайполят. Давайте попробуем. Это, конечно, очень жесткий хайпольный провод. У него очень большое количество сечений сегментов. Он еще плюс хайпольный, если будет. Так, это у нас эти обмотки. Solidify применяем. Смотрим на Face Orientation. Shade Smooth. Bevel. Bevel. 60. Профиль. Шейп 1, 0.5, сегмент 2. Тут, конечно, надо подправлять под лоупольные, поэтому пока оставлю так вот вырезанную. Когда дойдем до UV, вот поправим вместе с лоупойкой, чтобы они прям один в один были. Легче, наверное, сделать поправить вот эту, потом снять с нее все модификаторы и получится лоу-польный. Так, это у нас будут... А как обмотки будут по-английски? Давайте посмотрим. Translator. Обмотки. Windings. Windings, понимаете? Windings. А как бы тряпьё? Тряпьё. Ракс. Давайте Ракс назовем. Ракс. Хай. Windings. Так, вроде бы все захайполили. Теперь можем здесь разместить. Цвет-свет. Все это богатство. Камера, тык, М и в хайпольке. Это отключаем. Здесь можем цвет выставить. Я сижу для. Да. Так, металл прилетел, матилс. Ты у нас будешь ровным. Ты у нас будешь тряпочкой. И вот эти места еще будут у нас светиться. Давайте. Понял. Вот, я сейчас выставлю свет с камеру, я отрендерю и вернусь к вам.
Итого у нас есть вот такой вот меч, захайполенный меч Эко из персонажа из Лига Легенд. В следующей части, наверное, мы развернем лоупольную, оптимизируем ее и подготовим к текстурированию. Всем спасибо за внимание. С вами был Кирилл. Подписывайтесь на канал, приходите в Discord, поддерживайте меня, ставьте лайки либо дизлайки, пишите в комментариях. И все. До скорых встреч. Пока-пока.